ребята, всем привет! Вы на моем YouTube-канале, и сегодня я снимаю для вас влог. Мы сейчас с Настей в полной темноте, посмотрите. Вокруг полная темнота, я просто свечу фонариком. Вот, смотрите, если я уберу фонарик, у Насти еще фонарик, да. Вот, то будет полная темнота. Вот, Настя, убери фонарик. Вот, видите, полная темнота. Если я посвечу. И сегодня мы пройдемся вон туда. Куда-то? Туда. Вот туда. Зачем? Вот куда-то вот туда. Зачем? Ну, потому что меня сейчас видно. Улиток собирать. Настя, меня видно? Да. Улиток собирать. Да. Улиток собирать. А я сейчас с ребятами пройдусь. Да. В общем, смотрите, просто везде полнейшая темнота. Не знаю, выйдет ли этот влог или нет. Смотрите. Там уже камыши. Блин, но он так далеко прям не светит. Сейчас я, конечно, постараюсь аж туда. Блин, видите, он не светит аж туда далеко. Сейчас. Вот, все. В общем, мы сейчас с вами идем. Мне очень жутко, ребят. Вот когда я свечу на себя, то я вообще ничего не вижу, кроме фонарика. У меня полная темнота. Там у Насти где фонарь, видите? Вот. Мы недалеко ушли. Настя, что, давай еще тут минут 2-3 побудем, потом пойдем туда? Вот туда. А? Можно, если тебе можно. Меня сейчас видно? Да. Ну хорошо. Так. Да не светишь, ты меня в глаза. Что мы будем делать, я не знаю. Посмотри на огород. Куда? Вот это сейчас... Это я тебя свечу. Да, это Настя светит. А если вот так, то это и я свечу, и Настя. А ну, убери сейчас свой фонарик. Вот это чисто я. А вот теперь поставь. Вот это Настя и я. Так, мы уже тут... Настя, сколько? Мы уже тут около 2 часов, да? Да, больше. Больше? Мы пришли сюда, еще было светло. Ребята, сори, конечно, за качество. Просто... Ой, блин, ты шо? О, грибы. Ребята, ой, блин. А что, там кто-то идет или нет? Да это какое-то дерево. Ну, ты уверена? Да. Мне кажется, то есть... Ну ладно. В общем, ребята, тут грибы. Да, сейчас мы идем. Шампиньоны. Неудачные кадры были, да, шампиньоны. Я знаю. Не знаю. Ребята, я вас впереди держу. Держу в курсе. Просто стараюсь снимать. Все. Настя. Не отставай, пожалуйста. Блин, ты шо? Она в меня, чтобы вы понимали, она в меня кинула снежком. Она реально в меня кинула снежком. Меня сейчас видно? Ой, да. Я тебя отомщу когда-то. Вот, смотрите. Блин, Настя. Хорошо, хорошо. О, смотри, сколько. Кого? Ребята, смотрите, сколько снега. Даша, тут жопа. Сейчас мы в нее запугнем. Ты-дыщ! Нет! Ребята, это очень сложно. Блин. Настя, тихо, у меня камера. Настя не знала просто, что я буду поворачиваться. Она там сейчас снег набирает. Нет. У меня камера. Нет. Ребята. Ух, да шиворот. Нет, не надо. Нет. Ребята, блин, Настя, ну мы так туда и не прошлись. Прошлись. Нет, нам надо аж туда. Блин, Настя. Не знаю, ребят. Я на тебя засмотрелся. Yeah. Настя, остановись. Я хочу показать тебе, что у тебя там аж пятно даже осталось от снега, видите? А у тебя там тоже. Да тихо, подожди, Настя, свети. Вернись. Блин, ребята, мы сейчас просто тупо тут. И мне очень страшно. Мы еще аж туда не шли. Не, я туда не пойду уже. Да. Я боюсь. Давайте, если вы наберете 50 лайков. Ой, блин, Настя. Подписчиков у меня 50 подписчиков. 55 даже.
В общем, я не вижу, куда я иду. И если вы наберете 50 лайков, то мы пойдем аж туда. Просто. Сейчас мы еще куда-нибудь пройдемся. Не знаю, Настя, пошли туда, например. Пошли. Я не спешу. Все, пошли. Блин, Настя! Нет! Доставай! Я еще сидела, даже не заслужила. Доставай, дурень, Настя! Но я еще даже не заслужила. Она, вот этот человек, вот этот. Вот, сейчас. Вот этот человек, в общем, она думает, что я сейчас в нее снежком кину. Да пошли. Тихо. Ты чуть не упала. Ты кто это был? Я? Да, ты вот так еще и такая в сторону уехала. Подожди. Не видно далеко. Блин, у меня камера не фанка. Блин, Настя, ты что толкаешься? Просто посмотрите, я поехала. Уи, вот такая. Уи. Очень. Настя, свети мне вперед. А я как буду идти? Я не знаю, меня сейчас видно? Да. Молоко найди. А ну подожди. Что? Сделай так. Видно? Нет. Подожди. Дай. Нет. Давай ты на меня будешь фонариком светить, потому что я камеру держу, не видно. Не видно. Не видно. Не видно. Не видно. Просто посмотрите вокруг, что. Просто. Просто, я не знаю. Ну, очень страшно. Давай туда пройдемся. Вон, посвети туда вдаль. Вдаль туда. Да, туда. Пошли туда. Ой, Даша, мы что-то попали. О, пенек. О, пенек. Подожди, подожди, подожди. Нет, у меня камера, ты чё? На тебе. Ребята, прям... Настя, прям на камеру было видно этот снег. Радуйся, то, что ты отвернулась. Радуюсь. Повтори, пожалуйста, я просто тогда камеру выключила. Пошли туда. Туда? А ну-ка, посвети туда. Посвети туда. Туда посвети, куда ты хочешь идти. Блин, я чуть-чуть... Настя, я чуть через этот пенек не спотыкнулась. А ну-ка, посвети вот туда, где мы были. Не видно, да? А ну-ка, стой. Блин, даже, ребят, даже не видно. Ты шо? Даже не видно уже, где мы были. Потому что... Настя. Там проход. Я знаю. Нет, я не пойду. Я боюсь. Да шли. Ты же не будет раз. А, блин, не... а вдруг тебя мама может на... Да нет. Да, дай так. Дискотеку, пико. Да, я нагадь не могу. Дай. Дай мне фонарик. Подсветочка. Настя. Подсветочка. Подсветочка. Только Настя. А я тут стою. Ребята. Она сказала, я не иду, я плаваю. Хоть верь, хоть нет, но там сейчас только что заступило. Настя. А. Куда, где? А капец. Смотрите, сейчас я, если я найду. Вот, снежок только что прилетел от тебя. Она опять снег берет. Вот, вот он прилетел. Вот, смотрите, вот сейчас будет прям отлично. Во, прилетело только что. Настя, где же это стукнуло? Я не пойму, я не пойму. Там, где курятник примерно. Блин, ты чё? Ну пошли, осмотрим всё. Да куда? А, ребята, она мне снегом кинула. Да подожди, без меня не иди, я ж всё снимаю. Настя. Ух ты, блин, не попала. Все, пошли осматривать, все. Засними меня, пожалуйста, фонариком. Да, видно. А, видно.
А в камеру попало? В камеру? На телефон? Да, нет, ай, да. Одна рамочка. Маленькие капельки. Ай, блин. Просто посмотрите. А я не такая, я только сзади. Покажи, вот где, вот покажи. Сзади. Дай фонарик. Ладно, пошли, я в туалет подожди, хочу уже. Смотри, паровая. Смотрите. Вот так вот холодно. Видно? Чего? Очень холодно, я вот в карманах руки держу. Видно? Да, было очень. Да. Вот тут где-то что-то так прям гупно вообще. Так, ребята, Настя, стой, ты куда идешь? В общем, ребята, пошли, я расскажу историю. Пошли, я расскажу историю. Настя. Ну, хватит падать уже. Ну, смотри, как я иду. Я плаваю. Где ты, говорила, стукнула? Тут? Да, где-то тут. А ну-ка, убери фонарик. Что, оно не светит? Вот. Да блин, Настя. Я смотрю, значит, тут. Я тебе говорю, оно прям вот так щедро. Я тебе прямо. Ну, может быть, то куры. Куры закрыты. В общем, ребята, что мы хотели сказать? Хорошо, что мы не пошли до камышей, потому что там... Это ты. Ну, это не фиг того. В общем, там, ребята, хорошо то, что мы не пошли в камыши, потому что там взлетели и орали утки. Мы бы уже там орали бы, я не знаю. Если я зашла во двор, она на меня гавкнула от неё, если я испугалась. Ну да. Я просто не понимаю, фонарик то светит, то не светит. Ну оно же, наш. Ты качелю раскатала? Нет. В смысле? Не, ну я видела то, что ты только подошла, и ты вообще вот туда вот смотрела. Ты вот туда вот смотрела, куда-то вот туда. Да, ну не на дрова, а вот это туда вообще. Не, ну вообще туда. Но ты качели не трогала. Нет. Что это было только что? Что это хупает? Или идет как-то? А это, я говорю, снег тает, деревья падают. Вон на всякие баклажки вода. А, я поняла. Паровая. Че? Ага, не видно. В общем, так кто качели раскатал, я не понимаю. Но я уже это видео, скорее всего, выложу, когда завтра приеду в Светлодарск. Нет, не надо. Ты пошутила. Ой, дед, смотри. Так кто ее раскатал? А я откуда знаю? Ну, я точно видела, что ты ее... Даже, на, смотри, я, по-моему, даже в этот момент снимала, как она начала кататься, и ты вроде бы не дотрагивалась. Ну, я... Ну, можно сейчас будет пересмотреть. Да? Сейчас давай пересмотрим. В общем, ребята, мы только что пересмотрели видео, и Настя все-таки не трогала. Там прям было четко видно, то, что Настя смотрела туда. То, что Настя типа тупо смотрела туда. Тут грибы. Как тепло. О, а может это попробуем распалить, а то он еще пару жаринок есть. Ну да, вот убери фонарик, убери, убери. О, вот, видите? Да тут не пару, такая блин, а дрова не знаю. Блин, ребят, вы главное пишите в комментариях, если вы там, не знаю, в течение видео увидели там где-то какой-то силуэт или там еще что-то, не знаю. Ну, сейчас, смотрите, угольки прям. И полная темнота. Вот тут Настя с фонариком. Вон, чуть-чуть видно, да? А так вообще вот полная темнота, там фонари. Блин, Настя. Опять качеля только что раскаталась. Ну, может, то я еще когда ее трогала. А, ну ты ее трогала. Ну, реально, ребят, в общем, мы пересмотрели. И Настя... Это я там. И Настя все-таки ничего не трогала. И я тоже ничего не трогала. Здесь ножичек. Нет. Настя, да давай уже не будем распаливать, потому что мы все равно уже как бы скоро, скорее всего, будем. Настя. А, я думала, ты хочешь эту бумажку положить туда. Ну. Не, не надо. Бумажку ложить не надо. Убери фонарь. Смотрите, сколько уже угольков. Сколько было и сколько сейчас. Просто.
Ну просто тут сегодня шашлык. А ну-ка. Ой, тепло пошло. Тепло, ребят. Ну хоть погреемся. Ой. Блин, мне надо держать. Она просто вонять будет, полностью не ложи. Настя, достань лучше, слышишь, как воняет? Достань картонку. Все. Да она не загорится дальше. Тут сыро. На улице. В общем, не знаю, ребят, будем пересматривать. Возможно, мы тоже что-то увидим. О-о-о-о-о-рай. Ох, тепло. Вот смотрите, сколько сейчас угольков. Вообще миллиард. Просто. Красота. В общем. Блин, это грибы дымят. Это не картонка, это грибы дымят. Короче, уйди. Я? Сейчас где-то уточку там словим. Как зажарим. А, подстреляю. Да. И все, и будет нам что покушать. Ой, как хорошо. А, и околики, значит, тёплые. Ну да. Давай теперь ты меня подснимешь полностью. Что, меня видно? Подожди. Да, сколько? Видно меня? Видно? Да, грей ручки. Смотри, как тепло. Руки твои не видно, зато красиво. Класс. Я просто камеру постоянно держу. Стали куда? Как темно. Вот там на трассе фонари светят. Давай. Там, короче, грибы дымят. Шампиньон. Глянь, вот видишь, они дымят, это они типа еще жарятся. Да, вот смотрите. Вот видите, дымят, это хорошо видно. Все, блин, мы же пойдем уже во двор, по-моему, уже и так тут 4 часа снимаем. Ну да. Давай еще пройдемся куда-нибудь, не знаю. Я уже не хочу, я согрела ручки, пока. Сейчас подожди. Хочешь, не, сейчас подожди. Ты тут только будь, хорошо? Да. Тут будь. Сейчас мы тут Настей снимем пранк. В общем, что я, ребята, хочу? Мне, конечно, сейчас жутко страшно. Я себя снимать не буду, потому что если я снимаю себя, то я тут ничего не вижу абсолютно. Сейчас еще подальше отойду. В общем, сейчас я засниму до Насти пранк. Я закричу, типа «А-а-а!» и выключу фонарик. Поэтому будет темно. Сейчас немножечко времени пройдет. Типа, в принципе, я Настю вижу. Блин, ну на камере вообще ни хрена не видно. Ну, блин. У меня фонарик то светит, то не светит. Тоже, блин, жесть. Ребят, давайте еще упадем. Просто лежу сейчас. Ребята, Настя идет. Притворяемся, то, что мы типа спим. Все, давайте. Даже нарыскать нашло место там, где себя. Давайте, я помогу. Привет. Где там слышала? А, о! Очнулась Адама. Настя, ты шо? Настя, ты шо? Очнулись. Это был пранк. Я видео как-то падала. Пранк не удался. Ребята, я лежу на снегу. А ты слышал, как я кричала? Да, и видела, как ты падала. Не, я сначала постояла, а потом упала. А как ты кричала, покажи.
духом. Ого, ты его утрамбовал. Фу, Настя. Да я чистый выбрал, а не... Ребята, это было тупо. Короче, Настя, короче, говорит, типа... А покажи, как я кричала, я сделала. А у нас там горел свет? Да. А, да. И она мне в рот снег засунула. Чистый. А ты сначала перепугалась? Ну, короче, ребят, Настя более-менее испугалась, когда именно упала. Но потом она услышала... А там... Но потом она отомстила. Я тебе чисто с них вот выкинула. Скажи понимаю. А. Нет. Скажи да, скажи да. Б. Б. А, ты что делаешь? Слушаю. Она снег кидает. Слушаю, пожалуйста. Да не светись. Руки. Ну, все, пошли, Вадим. Ты шо, у меня на штаны только что искры полетели. Ладно, ребята, мы уже идем в огород, в сад. А может, хватит уже снимать, может. Да сейчас, во двор, короче. Блин, Настя, ты опять? Она мне не... Сводит, Даша. А ты, она опять у меня этот снимок кинула. Да ладно, нет, ребят. Ладно, ребят, все, давайте тогда пока. Всем пока-пока, до новых встреч.